Как вы относитесь к возможному назначению Гройсмана на должность премьер-министра? Двоякие чувства. После того, как он, как его уговорили, теперь я не знаю. А до этого что вы думали? Ну, больше склонялся к положительным чувствам, чем к отрицательным, а сейчас не знаю. Mm-hmm. Если человек принял какое-то определенное решение, и его так легко уговорить принять другое. А почему положительные до этого у вас были? Ну, вроде он себя неплохо зарекомендовал. В Виннице или уже здесь? Здесь. Ну, в Виннице я не знаю. То есть я про него узнал, когда он стал спикером Верховного Совета. До этого я не знал. То есть то время, как я его знал, он себя вроде как хорошо зарекомендовал. А сейчас не знаю. Как вы относитесь к возможному назначению Гройсмана на должность премьер-министра? Негативно. Почему? Потому что я бы хотел быть премьер-министром. Не очень хорошо, если так мягко выразиться. Почему? Потому что я считаю, что это как бы перемена мест слагаемых, от которых ничего не меняется. Мое мнение. Это все одна команда. Мне Саакашвили нравится. Вы бы хотели, чтобы он стал премьер-министром? Возможно. Угу. А вы? Поддерживаете Саакашвили? Потому что оно там... Можно сказать. Противоречиво личность. Угу. А Гройсман? Я не знаю, данные для того, чтобы стать за или против на премьер-министра. Ясно, спасибо. Ага, спасибо. Не факт, что его назначат. А второе, оно же ничего не изменит. Mm-hmm. То есть можно назвать там Гройсмана, Порошенко, там, Яценюка. Это же как бы вся одна обойма. Mm-hmm. Ясно. Спасибо большое. Можно найти какую-то кандидатуру получше. Mm-hmm. Со Словакии там кого-то хотели поставить. Вот пусть его ставят. Пусть иностранцы ставят. Наших нельзя ставить. Почему вы считаете, что наших нельзя? Наших тоже можно, если можно. Разбавлять надо иностранцам, европейцам. Ну вот уже разбавили в предыдущем кабинете министров, и что? Вот сейчас, собственно, итоги какие? Нужно поставить человека молодого, который может как-то продуктивно все это развивать. Давайте вообще свободу молодых. Я за молодежь. А какие-то кандидатуры у вас есть из молодежи? Из молодежи? Да. Честно? Богдан Глоба. Богдан? Глоба. Глоба? Да, Глобу поставим. Было бы неплохо. Понятно. А кто это? Давай. Девочка. Не знаю, не помню. Как ты не знаешь, ты нашего активиста, не знаю. Это не активист, а директор общественной организации «Точка опоры» ЛГБТ.